Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Размер платы за капремонт могут уменьшить для пенсионеров, которые заботятся о внуках и приемных детях. Соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу парламентарии из Мурманской области. За регионами предлагается закрепить право компенсировать уплату взносов людям старше 70 лет, даже если они живут не одни. Сейчас такие компенсации положены одиноко проживающим пенсионерам, собственникам квартир. За 70-летних граждан регион может платить половину взноса, за 80-летних – полностью. Компенсация может быть предоставлена и семейным пенсионерам, но только в случае, если в их квартире никто больше не прописан. При этом несовершеннолетние граждане не являются получателями дохода, а следовательно, их совместное проживание с пенсионерами не должно лишать последних права на льготу, полагают мурманские депутаты. Они обращают внимание на то, что от совместного проживания доходы семьи не растут, а значит, необходимо устранить препятствия, которые мешают пенсионерам воспользоваться поддержкой. Дайджест недвижимости. Снижение ипотечных ставок до 10% сделает займы на жилье доступными для еще 6 миллионов семей. Как подсчитали в агентстве ипотечного жилищного кредитования, при ставке 12% годовых обслуживание ипотеки доступно для 30 миллионов российских семей. При уменьшении ставки на 2% число таких семей вырастет до 36 миллионов, поскольку снижает ежемесячные платежи примерно на 10%. Это, в свою очередь, обеспечит рост готовности граждан брать ипотечный кредит в 2,5 раза, подсчитали в госагентстве. При этом потенциальный объем выданных за год кредитов вырастет с 1,5 триллиона до 2,5 триллиона рублей. Дайджест недвижимости. Кировская область оказалась в числе отстающих по расселению аварийного жилья. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. По его словам, темпы расселения отстают от планового и составляют меньше 70% в 18 регионах страны. Наряду с Кировской областью в список аутсайдеров вошли Карелия, Якутия, Тыва, Забайкальский, Камчатский и Приморский край, Иркутская, Тверская, Тульская, Ленинградская и другие области. Полностью завершили программу лишь 14 регионов России, в том числе Москва и Петербург. Первый этап программы должен завершиться в сентябре этого года, напоминает портал Роснет. Правительство страны выделит более 4,5 миллиардов рублей 12 регионам, которые отстают в реализации программы по переселению. Однако наш регион в этот перечень не включили. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.